Значит, ребятки, на самом деле я долго думал, в каком формате будет этот концерт. Думал о том, как мы его проведем. И уже я договорился со звуком, уже должны были привести звук. Ну, и он должен был быть вот там, вот в холле у нас. Но потом я сел. Дело в том, что стопка пластинок Владимира Семеновича на концертах Владимира Высоцкого. И привез мне их дядя. Я узнал о его творчестве, мне было 10 лет. Он привез, так пластинки показал, говорит, вот такой мужик. И вот после этого я начал изучать его творчество, я начал, старался своим дисконтом, у меня еще тогда был детский голос, петь его песни. Потом я узнал, что это гениальный актер. И таковым для меня до сих пор остается, потому что я считаю, что круче Гамлета, которого сыграл Высоцкий, наверное, ну так больше никто не сможет этого повторить. И я решил, что, наверное, вот мы проведем этот вечер вот так. Потому что, как Владимир Семенович говорил, он приезжал со своих гастролей, они собирались дома с друзьями в Большом Каретном переулке, с режиссерами, актерами, например, Василий Шукшин, да, близкий друг. И вот так вот пели. Пел он сначала, презентовал, скажем так, вот свои песни. Ну и мне захотелось немножко вот эту атмосферу сегодня воссоздать. И песни сегодня будут именно в таком порядке построены, в каком порядке они выходили на этих виниловых пластинках. Где твои 17 лет на Большом Каретном? А где твои 17 бед на Большом Каретном? А где твой черный пистолет на Большом Каретном? А где тебя сегодня нет на Большом Каретном? Помнишь ли, товарищ, этот дом? Нет, не забываешь ты о нем. И я скажу, что тот полжизни потерял, кто в Большом Каретном не бывал. Еще бы ведь, где твои 17 лет на Большом Каретном? А где твои 17 бед на Большом Каретном? А где твой черный пистолет на Большом Каретном? А где тебя сегодня нет на Большом Каретном? Переименован он теперь, стало все по новой там, верь, не верь. Но я скажу, что тот полжизни потерял, кто в Большом Каретном не бывал. Еще бы, где твои 17 лет на Большом Каретном? А где твои 17 бед на Большом Каретном? А где твой черный пистолет на Большом Каретном? А где тебя сегодня нет на Большом Каретном? Вот. И на этих пластинках после каждой песни там было такое небольшое, маленькое интервью. И он говорил о том, что раньше эта песня была бравая, а теперь печальная, потому что там действительно нет моих друзей, которые очень рано перестали жить.